И вот то, что здесь у меня кипит, всем привет, это кисель. Обычно мы, конечно, кисель привыкли видеть красным, розовым, бордовым, ну, что-то типа того, да. Это малина, смородина, смородина красная, смородина черная, клубника и подобное. То есть обычно кисель, он чаще всего бывает именно в красных оттенках. А тут, побывав некоторое время назад в больнице, я попробовала кисель, безумно вкусный, до сих пор не могу понять, с чего он. Показалось из яблок, но, возможно, яблоки и, может быть, еще ананас. Ну, он совсем вкусный, навязчивый, легкий был, но это был кисель. Когда я увидела, что он был белый, меня немножечко как бы вот фей. А когда я попробовала, это было вкусно. Поэтому я сейчас вот экспериментирую, это на самом деле вкусно. Сейчас здесь у меня цитрусы, курага, яблоки и крахмал. И это кисель, и это вкусно.